Еще в середине сентября грибов в Латвии почти не было. Мы с микологом Инитой Даниэла гуляли по лесу и нашли лишь одну сыроежку. Сегодня же ее коллега Диана Мейера встречает посетителей в Латвийском музее природы, где полки ломятся от разных грибов. От съедобных до несъедобных. Ежегодная выставка «Грибы», которую 2 недели назад отменили, теперь все же состоялась. Нам и посетителям на радость грибы все-таки стали расти больше, чем это было пару недель назад. И у нас, к счастью, получилась такая довольно богатая выставка. Так что грибы можно посмотреть, их довольно много. Я думаю, что 130 видов для такого обычного грибника – это очень много. В самом начале экспозиции «Короли среди грибов». Боровики, белые грибы в латвийских лесах появились совсем недавно. Глава общества микологов рассказала, где такие можно найти. В социальных сетях, таких особых группах, в которых общаются грибники между собой, кажется, что на этот момент в Курземе, северная часть Курземе, там грибов больше всего. Наши грибы собраны вокруг Риги на расстоянии примерно 70 километров, не дальше. И у нас выставка все равно получилась. Так что можно ехать в приморские леса, если ближе к Риге, если там в Курземе, то там уже, наверное, выбор побольше. Там было больше дождей, и грибов тоже все больше. В центре выставки вид грибов, который до сих пор не встречался в Латвии. В этом году его обнаружили грибники. Мы заметили в социальных сетях, что появились фотографии одного гриба с вопросом, что это такое. И наши микологи обратили внимание и поняли, что это такой вид гриба, который, по крайней мере, микологи не зарегистрировали еще в Латвии. Оказалось, что это родственник маслят, и русское название — масленок полноножковый. Такой очень выразительный гриб, съедобный, так что посмотрим, завоюет ли он свое место у нас в Латвии, так же, как это сделал этот гриб, которые мы знаем как канадский или золотой боровик. Посетить выставку можно еще завтра. Экспозиция в Музее природы будет работать до 17 часов. Виктория Пушкила-Отто, Мартин Шприешкалнс, РУС ЛСМ.